Сегодня 11 июня 2015 года. Это мы ставили начало штол. Сейчас у нас 5 часов утра в Агестан. Вот, вдали виднеется. И вот сейчас мы идем за водой с ребятишками. Тут у нас вот коровки отдыхают у Игоря Глушкова. Вот. Сейчас будем набирать воды. Вот такой путь почти каждое утро будут ребята проходить. Сегодня второй день уже лагеря у нас. Вчера был заезд во вторник. В среду, вернее. Сегодня четверг уже. Вот. Он Игнатий Иванович уже с утра пораньше работает. Аккуратно. Молоко-то его не в магазине берут, а у коровы из времени. Сильно. А у коровы молоко-то где, говорит? На языке, что съест, то и даст. Так, рукава не натягивать, попрошу сразу. Ну-ка, руки вытащите из рукава. Это не надо делать. Так. До самого верху не наливай, чтоб не плескался. Там в лагере. Я не знаю, о кошках кто заботится, о собаках. Все равно, что они кормленные, чашки пустые. Я забочусь. Забочусь? А как забочусь, когда пустое все? Нет, шарика-то я накормил вчера. Накормил, а кошки да. Не кормят. Так, вожди, остановись. Пока все не наберут, никто не уходит. Возьми за правило это. Они по одному разбредаются, а тут, видите, деревья, ребенок невидимый делается. Другие не видят. По одному нигде нельзя отходить. Ну, кто хочет покосить? Показать как. Пока еще нет охотников. Ну что сделаешь? Охотник. Так, у Надежды Васильевны сарай там кто закрывал? Какой сарай? Ну где ты, картонный? Я закрыл вчера. В какое время суток закрывал? Там могла быть ласточка, она закрыта. В начале 10-го вчера. А? В начале 10-го вчера закрыл. Не надо. Если она там есть, она значит сдохла там ласточка. Когда закрывал-то? Вечером, в начале 10-го. Сегодня вчера? Вчера, да. Тогда не закрывать ее совсем, там не надо. Ладно. Так, приготовьтесь. Никита, ты должен держать. Больше наливать. Это ты держи. Что не сами ты держи? Ты взрослый, ты держи. Вы комаров не бойтесь, потому что у вас массаж идет, когда ты царапаешь себя. Что у тебя такой кислый вид? Так, на этот, на бум прекратить лазить. Угу. Они не понимают, что сырой он, подскользнуться может. Мы отдельно проведем инструкцию. Где опасность, нигде детей не допускать. Вот, пока стойте здесь. Кстати, так, в общем, сейчас пойдете вместе. Слушайте, что я вам разговариваю. Ты подойди, посмотри, как он качается. Да я показывал. Ну-ка. Показывал. Ну-ка, покажи. Где? Хорошая, нет, вода-то. Хоть попить-то можно? Нет? Тогда. Ну-ка, да, дайте да, я попью. Да. Подожди пока. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. О! Это не по моим зубам, они заболели. Холодная вода. Вот эта вода настоящая вода. Вон, посмотри, голуби где на крыше. Вон они сидят. Вон на второй. Вчера я им там дал, у них не было, ни одной пшеничники нету. А хвости одни. Как же так? Значит, с сегодняшнего дня, Володя, а? Собак, кошек, собаку одну. Все голубей кормлю я, но мне тогда там надо, чтобы было. Да. Оставляли. Баночки сейчас сразу дай указания, нагребли. Печку мы сегодня я вытащим кружало. И ты залезешь, самый маленький у нас. Размеси угу. Глину с песком и соли добавить. На ведро полкилограмма соли. И пальцем все щели протереть. Угу. Все. А дня через три можно будет затоплять. Ладно. Мы вчера печку делали. Взрослые. Больше бери. Так, воду не пролили зря, они воду как попало ли в дети. Научите экономно пользоваться. Ну, экономно. Подойдут у рожок, пойдет. А рожка надо 2-3 еще сделать там. Это мало. Два рожка это маловато. На ребятишек. Вот. Мы ждем еще, ребятишки приедут в субботу.
Так что вы мои помощники. Вы первые уже узнаете правила, все, и им подсказываете, чтобы нарушений не было. Здесь правила все для того, чтобы у вас не было повреждений, чтобы вы были здоровы. Что стоишь-то, Тимофей? О, остался с пустым ведром, вот и остался. Все. Никогда не стоит, старайся первым. Что ты такой? Спокойный. Вот так. Теперь смотри, чтобы мимо направляй. Возьми за шланг, направляй шланг. Ровно, чтобы посередке было. Так, сейчас вы пойдете, а я... кто-то их сопровождать должен старший. Так, мне надо посчитать, сколько мальчиков, сколько девочек. Все здесь, нет? Все. А один ушел все-таки. Первый. А кто ушел? Кто ушел первый? А? Паша ушел. Паша ушел, где он? Да. Он уже там, в лагере. Не понял, как, а как он ушел? Ну он сразу схватил и убежал уже. Так а ты-то для чего? Ну я что? Это абсолютно недопустимо. Так, а ну-ка, мальчики, отдельно встаньте вот сюда, вот, налево. Мальчики, встаньте туда. Так легче посчитать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут седьмой. Раз, два, три, четыре, пять. У меня девочек-то меньше оказывается. Только пять. А мальчиков семь. Так? Да. Девочки все здесь? Все. Ты вот это мне как-то подкрути, чтобы она не хлюпала. Что с ней делать? Это что-то подкручивается. Вот это, я не знаю, что у вас здесь. Угу. Кошки выше. Видите, кошка траву ест, он рыжая. Почему? Она сидела дня два, и какие-то бывают у нее там в животе заводится что-то. Вот она ест, она знает, какое лекарство поесть. Вот если собаку укусила змея, собака из дома сразу убежит. И она ищет траву особую, которая противоядие. Она не знает ни ничего, но ей Господь заложил так. И она эту траву ест, лежит полудохлая, не пьет, не ест, опять траву поест и выздоровела. Ну, бывает, что и погибает где-то, в пустыне там нечего, ужалила, значит, пропала. А есть такие, как змеиед там какой, его ужалит змея, он лежит дохлый. Смотришь маленько, прошло часа три, он встал, пошел, шатается сначала идет. Вот так. Ну давайте. Так, рот закрывайте, когда позевать. Давайте позевнем все вместе. Так, теперь в правом кармане должен быть платочек. Давайте чихнем. Еще раз чихнем. Давайте. Так, а вы разве, ребята, не знаете, что козырьки вам надо назад повернуть? Вот так вот. У вас слишком большие козырьки. А то я лицо у вас не увижу. Ваня, поверни козырь. Подожди-ка, комарик у тебя. Ух, он какой. Ну давайте, с Богом, подавайте там, куда вылить, помолитесь, сразу будете пилить дрова до завтрака, а потом вода будет теплая, когда до завтрака купаться будете. О, 12 человек, это начало нынче положено, нынче ребятишек будет побольше, все свои. Вот дальше ребятишки следуют от колодца у нас, вот такой путь проходит с ведерками. Некоторые первый раз приехали, им тяжеловато, конечно, с непривычки. Вот. Там сзади он Никита идет с лягой.